Мы ребята, которые любим сюрпризы, любим дарить какие-то подарки, поэтому... А еще мы устали за две песни. Да, поэтому на эту сцену хотелось бы пригласить... Нашу хорошую подругу. Нашу хорошую подругу. Самую рыжеволосую, самую красивую. Финалистку X-Factor'а. Марию Кацеву. Вот она. А вас уже на друзья, Машка, а ты где? Машенька, выходи сюда, подходи к нам. Друзья, громче, Маш! Я выбираю на микрофон делать все. Ты будешь... Сделай это радиомикрофон, Маша. Сделай это радиомикрофон. Маша, покажи, что ты будешь делать в нем. Раз, два, три! Он пропал. Я думаю, что много разговаривать не стоит, да? Давайте просто похлопаем. Маша, красава, побудь аплодисменты, друзья! Маш, давай поговорим. Скажи, ты как вообще сама? А? Скажи, ты любишь желтые пиджаки? Я обожаю. Ты же видишь? Я сегодня тоже не пижал. Нет, жарко очень. Очень жарко. Да. Ты же понимаешь, клей упрямо раскаляет все везде. Но... Я хочу рассказать про новое приобретение. Зовут Алина Гоман. Эту девушку, она утверждает, что она играет чуть лучше, чем женщина. Я считаю, что это вообще классно все делает. Если что, мы вместо Малика ее возьмем, посмотрим на ее работу. Нам гитарист нужен, вернее, гитарист. И пока она подключается, у нас будет несколько вам песенок. Как и видео, конечно, пока что. Но мы вложились в обработку. Мы что-то сделали такое, ну, что-то немножко другое. У меня появился украинский акцент, еще у меня появилось немножко израильского акцента, потому что я была 10 дней в Израиле. И там ничего не бомбят, кстати, там все нормально, там перемирие. Поэтому мы будем... Петь мирные песни с Алиной. Что, пора? Алина Готовченко? Я Готовченко. И Маша, давай! Мы будем начинать потихонечку, потом мы разойдемся, а потом мы, короче, сами увидите, что мы будем делать. А можно мне гитару немножко в мой монитор? Чуть-чуть. О, ништяк. Очень. Сейчас ништяк, Оля. Не смущились? Я люблю тебя звукать. Давай. Ну, ты знаешь, что... Это задумчиво, конечно. Красоты своей меня не замечаешь. О, нет. Но все равно будет ночь, и ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто. И пусть твердят тебе, что я не тот. Но дай мне этот день, дай мне эту ночь. Дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Дай мне хоть один шанс, ты не уснешь. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Тебя не богат, не знаменит и не престижен, но все равно не смешно, и на тебя я не обижен. Пускай сегодня я никто. Ладно.
Спасибо. Следующая песня. Я очень люблю Максима Фадеева. Я что-то потеряла, по-моему, от шеи. Я люблю Максима Фадеева, и я люблю его песни. Соответственно. Даже не знаю, что больше я люблю. И мы взяли одну песню и переделали аранжировку. Вот. Собственно, наверное, да. Калинка уже рвется. И это даже не Sweet Dreams. Я люблю песни, когда они такие закольцованные, можно сколько угодно говорить под этот рифчик, вспоминать слова. И я вспоминаю что-то там из гостей из будущего, да? Очень тихо плывет, каждый день за ним. Я уплываю с ним. Ла-ра-па-па-па-па-па. Ла-ра-па-па-па-па-па-па. Однажды, когда я поставлю микрофон в стойку, наверное, он в эту войдет. Как вы думаете? О, пошел. Так вот. Я провела в Украине, с Украиной, 3 года, ой, нет, 1.5 года. За эти 1.5 года я вас полюбила. Я полюбила Украину и... потому что я полюбила людей, я люблю места за их людей. И сотрудники СТБ – это вообще первые люди украинские, с которыми я имела честь общаться. Вот. И поэтому я немножко путаю сейчас. В общем, короче, я хочу, чтобы все было хорошо. Не вдаваясь в подробности, просто... чтобы все любили, понимали друг друга, чтобы было комфортно рядом существовать, чтобы была гармония, и чтобы не было всякой херни.
Извините, если здесь дети. Поэтому с Божьей помощью мы все посвящаем эту песню Украине. Secret chord that David played, and I praise the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lead. The powerful King composing hallelujah, hallelujah. Кстати, да, понравился такой себе вариант, женский вариант группы «Пятница», да? По-другому это никак не жив. Очень крутые. Блин, ну прям вот так вот все струны души только что. Аллилуйя, это, конечно, было.